Добрый день, мои дорогие. Посмотрите, где я. Что-то потянуло меня сегодня. Хотела туда подойти ближе, но невозможно. Так скользко по этой плитке. Невозможно. Обувь мокрая. Подошва. Очень скользко. Люди гуляют. И с детьми гуляют. Просто гуляют. Парами. Хороший денек. Морозный, но хороший. Что-то мужчина там шкрябает. Скамейку, что ли. И просто проходят мимо. Наверное, через мемориал. Чистит скамейки. Обдирает, наверное, лед. Так, а я пойду туда, наверное, на ту сторону, на солнце. Ну, прояснилось. Я что-то думала, что не прояснится. Думала, будет пасмурно, опять холодно. Ну вот я так пошла вот так с этой стороны. Пошла и дошла до середины и вернулась. Чуть не навернулась. Что меня сюда потянуло, не знаю. Хотя я собиралась совсем в другую сторону. Ой. Да. Хотела раньше выйти с троллейбуса. Думаю, нет, поеду я дальше. И вот сюда пришла. Хоть глянуть одним глазком. Пока снег еще лежит. Гуляют это по кругу. Дышат свежим воздухом. Не поняла. Те в ту сторону шли, опять туда пошли. Ходят люди кругами. На солнышке тепло, хорошо. А, там собаки. Стая. Так. Сейчас пойду так по тротуару. Там даже цветочки были. Возле той стелы. Так, пройдем. Кружок еще сделаем. Тишина и спокойствие. Розы замерзшие. Кто там стоит? Это молодые. Что они там? Так, вон розочки какие красивые, смотрите. Ай, да? Так, замерзли и все. Ладно. Идем дальше. Собаки греются на солнце. Так что вот, куда я забрела сегодня. Все, буду выходить потихоньку. Все, хорошего дня, хорошего всем настроения. Берегите здоровье свое. Что там? Ей еще кушать собака. Кто-то покидал там мясо, что ли. Не буду к ним подходить. Все, будьте здоровы. Всего доброго всем.